дорогие друзья, большой привет! Вообще не понимаю, зачем этот фуми-гриб сделан, блядь, такое говно. Я напоминаю, фуми-гриб — говно. Потому что есть лазерный боб, мне кажется, он чисто добавлен, чисто для этапа, чтобы забить количество растений. Он же реально не нужен. Лазерный боб прекрасно справляется с задачей. Он мало того, что лучше, стоит просто на чуть-чуть дороже. Вот 75 в реалиях. Вторую часть это два солнышка. Полторы, потому что тут 50 за одну дают. А вот этот его гриб, саншрум, он 100 дает. Так, блять, какой стак собираем? Это берем обязательно. Вверх мотаем что-то это. Бесплатного берем, это берем. Против шута, против ведроголового. А мне не дали гипногриб. Ладно, тогда будем справляться каким-нибудь вот этим. Чилибен. Очень полезное растение, довольно хорошее. Так, что еще можно взять? Какие-то зелья, блядь, что они делают? А, мне точечного дамага. Так будут бесплатные. Бесплатный дамаг будет точечным. Против растения. Бля, вот у ебища, сука, мешать будет. Блядь. Вот этот возьму, блядь. Бонг чё сейчас как напиздячит по башке. Охуеть, блядь. Пойдет. Нормально. Бам-бам-барам-бам. Так. Ну. Вот. Буквально вот-вот. Бим-бим-бим. Так, мне нужно солнышко. Что это зелье дает? А, то есть если зомби на него наступит, то зомби это зелье что-то даст? Или что? Почему оно добавилось? Что это было, блядь? Why are you gay? Ой, сильнее стало, что ли? Или это замедлило? Бля, больше, по-моему, нет? Бля, что это? Что происходит, блядь? Бля, могилоеда надо брать. Точно, что-то я тупанул. Могилоеда, точно. Я привык, что в первой части он только за счет этого. А как финного баба он активируется. А тут же, какого баба нету, за счет чего все зомби плюс-минус не спят. Поэтому он бы не использовал. Что эти зелья дают, я не понимаю, они становятся сильнее или слабее, я просто не вижу, вроде ничего не меняется, они такие же слабые. Так, тут бог чё, я ебанём, он стоит на обороне. Блять, это можно выкопать? Нельзя, блять, а чё он занимает мою позицию, охуенно тут, сука, вообще. Чё он тут встал, блять? Нахуй сюда, сука. Я вижу, он тебе сейчас встал поперёк и не уходит, блять, вот гандон. Бонг-чё сейчас наебать. Бонг-чё, давай, мы доверим. Хуяк, бам-бам-бам. Ничего себе бонг-чё наваливает. Ебать ему кислять. Реально хорош. Бля, чё зелень-то делать, сука? Бля, ну поаккуратнее сейчас. Вообще снесут моего. Тихо, всё хорошо. Так. Бля, чё поставить? Да, бонг-чё я? Сожри боб, чили боб. Ну и сюда бомб, честно, соответственно, тут заставим все этими бобами лазерными. Лазер Беннер, бинг, честно, не припомню. Пах. Чем красненько дает? Они становятся больше за красненько? Не понятно. Опа, хорошо. Да. Так, честно, я бы сделал так, я бы ему чили Беннер дал. Там где-то клоун ебаный. Да, по-другому поступим. И вот так. Тоже это. Оп. А почему тут не бонг-чой? Бонг-чой сюда, срочно. Пам-пам. Пойдем пиздаки сносим. Так, вот там вижу солнечный. Солнечный этот могилка стоит. Поэтому надо туда весь фокус пока пустить. Это сюда, пусть оно взрывается. Ай, бля, так не хватит на хорошую оборону. Еще бабу пускаем. Так, это сюда. Оба. Хорошо. Вся оборона в них будет. Так, тебя сюда, тебя вот этим перекроем. Все, сам перегрелся, хорошо. Лазерный боб. Боб. Правда, вот двое поставим, еще одного боб чуя. И все. Такого
оборону вряд ли получится пробить. Это бог чуй наварит. Да оценил бог чуй. Жри бог. Отлично. Бам, умер. Блять, уй-ой, я тебя не заметил. Ему смогут двое напиздеть? Смогут? Смогут. Чувак, смогут. На-на-на, ебать бог чуй. Ебать, блять. Вообще не ждал, что бог чуй так смогут. Ебать. Так, вот тут. И вот тут посередине, точнее, вот сверху бог чуй так справится. Блять. Бабана тебе нет. Все хорошо. Ну, сверху справится точно, и в середине тоже справится, все отлично. Пойдет это бог чуй. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, что-то сверху я не особо вижу, чтобы справлять. Хар... блять. Вот это бомб чуй жесткий, прям сразу ебаник. У вас вита какой-то дали. Я точно помню, это, блядь, это очень неприятные средневековые зомби. Они, по-моему, не в овечек превращают, а что-то типа такого. Рабство моего осуждаю, бля, какой рабство? Ты что прикалываешься? Или что это какой-то монумент? Не понимаю, честно, я в истории вообще не силен. Я ненавижу, блядь, историю. Я не образованное быдло, поэтому не можно. Мне можно. Опа, ты чё вылез? А, блядь, сейчас же будет смертельный левел, ёба. Сейчас, конечно, либо Гаргантюр выйдет. Сервайфа массив атак, то есть, ага. Массивные атаки будут и... Чё-то там, вот это. Чмо. А, ну хотя бы конвейер. Сейчас будет интересно. Так, пуф, грибочка сразу сюда, ставим вплотную, пусть все разламывает. Два грибочка даже поставлю. Блять, ебаный. Тут пусть тебя сожрет мимо. Тварь. Пока что повременим. С хорошими растениями пока повременим. Хорошо. Под ведроголового точно вот этого. Тут точно вот это. И тут вот это. Он бьет чуть дальше, чем в первой части. Ну и, блядь, все равно хуйня не план. Цена ему, блядь, 5 копеек ему. Уже 5 рублей. От бесплатного был бы грибочка, чтобы он снизу поломал. А он дотягивается. Чё с ним до такого, ладно. Нормально бьет. Не прилично, а нормально. Пойдет. Так, тут мы сносим. Бля, мне кажется, орехом я не отмажусь от такого сильного зомби. На оборону выставить на всех планах. Ну пусть бьет как раз, кстати, хорошо. Пусть пока наваливает. Это сюда поставим. На романтик. Блять, опять он вышел, ёбаный гатрот. Поставлю сюда мину. Когда мина вырастет, тогда и поставлю. Блин, да хватит жрать, вас теперь двое. Не многовато ли вас? А, он не хочет, он издалека жрет. Какой-то хуй. Это сюда. Не дотянется, ага, все, он тащит гробницу. Ну вы кого, все, пусть дойдет спокойно. Бля, ты пришел, шут ебаный. Ебать, он живучий, они до сих пор его не убили втроем. Они даже успели сломать, да пиздец, блядь. Часы имба растения, блядь. Пусть он нахуй пойдет, пиздец. Что-то он больно сильный какой-то, вообще жесть. Ебаный зомби, а, блядь. Так, ну все, кон головых точно добьет, потому что если они как обычно кто-то смогут убить, то их и подавно. Там. Фуму грибы справятся. О, наваливают, хорошо. Угу. Сюда поставлю, пусть сломает. И третьим флангом под ведроголовых, наверное. Надо было их поставить. Снизу помогает маленький, а тут мучить помогает. Теперь помогает. Перераспределение ресурсов. А куда мне? Я лучше вот сделаю вот так и поймаю. Все отлично. Выгоднее всего. Короче, что-то больно сильного. Сюда поставлю. Уйди, ведра головы, сука, заебал. По это я забираю, сверху тоже этот добью. Так, в середине этот чертополох, поэтому, опа, сносим, получаем новый. Хорошо. Эй, вот чертофан, блядь. По
Ебать. Ничего себе, он нанес до такого, что он импа сбросил. Ничего себе. Дамаг к нему прилетел. Блять. Сука, ну совесть-то имей, гандон, блядь. Снес всех еще такой наглый. Блин, а что-то пуф-грип, ладно. Фума-грип, ладно, он не такой слабый. Он все-таки смог рогань все за 2 ульты, если не снимет. Кажется, Рати не сможет так не сделать. Ладно. Ты чуть повысился в метре. Ладно, ладно. Чисто потому, что ты был хорош в первой части, чисто поэтому повыше. Середину вообще не трогаю, потому что тут аж 2 кратовые лимина, они подавно справятся. Бесплатных пока оставлю, ну что там, оставлю, пусть они. Dark Agnes, Агнес, я пиздец. Произношение хромает. А я еще сделаю хова, главное. Отлично. Сколько дойдет вот этот заряженный, вот они сейчас его добьют, и все нормально будет. Оба. Дотягивайся, дотягивайся. Мне интересно, трое фума гриба справится против видоргового сверху? Что-то не особо они навалят ему. Ну, короче, понятно, они больше на топу гораздо работают, нежели на это. На узкую конкретику. Оба. Вот картофель на узкую, смотри, как бам-бам. Два, отлично. Блять. Нихуя. Блин, нахуй. Слушай, они ХП какой-то, как половина Гаргантюа. Хули, они еще живы-то остались. Еще волна еще пойдет, как я понял, тогда сюда ставлю меня. Ускорение, ускорение. Блин. Сюда ставлю минус, блять, имп, сука, минус, я прям думаю. А нет, два помер, отлично. Блядь, ебать, как тебе тэпать? У меня газу накосилок нет, блядь. Мне пизда, мне пизда, мне пизда, мне пизда, блядь. А тут я выкопаю, оставлю это. Ладно, закуплю лоб. Блять, ломай уже звезды. Блять, да не смогут добить, отлично. Так, ускоряю. Вот это я выкапу, пусть идет. Просто заставлю, пусть ломает. Ну, на козду, нахуй. Отлично. Ребятки, отлично сработан. Забирай, забирай. Да. Да-да. Такой сложный смертельный навык, кстати. Просто вот были бы лазерные бобы, пиздец, это было бы вообще жесть. Это было бы слишком просто, я думаю, если бы лазерные бобы понадавали, это я убил бы их сразу. Это левел 1, сколько там вообще осталось? Немного же осталось. Да половина буквально, вот ровно половина. Ну что ж, ребята, остальное будет уже в другой раз. Так что на эту секунду я с вами прощаюсь. До следующего раза. Всем пока.